Ну, блин, хуй во рту. Слава богу, не тягай, блядь. Хоть что-то, блядь. Блядь, все сидеть не умеют. Я тоже не умею, кстати. Реально. Нет, я умею сидеть. Нет, я поняла, тоже не могу. Она меня, о, поприкалывалась. Хочу сосать, сказала. Соси, блядь. Что сказала? Вот, кстати, пирсинг делала? Сосать не очень удобно, пирсинг. Неудобно сосать всем? Плохо. Я в ресторане. Блядь. Сарманка есть кормит. Всем сап. Всем привет. Мы тут... Кто приютил? В ресторане. Не знаю. Я ничего не знаю, сама не в курсе. Кто тебе звонил? О, блядь. Сейчас мы позвоним. Теперь он придурок. А ты прямо Я не нашла. Я не знаю, что я так делать буду. Что такое? Вот не больно. Я ем. Простепать. Мы зашли с водой. А я просто безобидная. Я не люблю людей обижать. Все. Дедуля. Я не чистокровная. Я там через пизду колено. Блин, если позвали бы, я бы вернулась бы. А так в моем городе вообще все заебись. Смещаешь по дому, Карина? Че, блядь, домой? Да? Че, блядь, ты что, не приняла себя? Блядь. Привет. Здорово, быть. Здорово. Ты где? We are done. Блин, Вань, я тебя не слышу. Ща. Ты у Алинки? Алиса, стоп. Да, я у Алины. Я, короче, завтра в Москву приеду, но не знаю, где жить буду. Да, похуй, типа, я тоже на энтузиазме двигаемся, поэтому пизда вообще, на самом деле. Я пьяный, блин, пиздец. А мы, короче, в ресторане были. Ты опять жрёшь? Да, жру. Я, короче, проебал Алину, прикинь. Да ладно, я тебе говорил уже давно, что ты её проебал. Это пизда. И у меня на самом деле желание уебать домой уехать прям сегодня. На, прям, ну, купить билет в Владивосток и уехать нахуй отсюда, потому что у нее тип. И типа, я не могу на эту хуйню смотреть нормально. Ну, типа, мне, я не могу. На это нужно время. Да нихуя, типа, никто не знает этой всей хуйни. Типа, Алину я так полюбил, того рот ебал. Она просто этого не понимала, либо не знала. Она когда ушла с проекта, это так было сложно все. Но у меня выбора нет на самом деле. Она с другим типом, а мне, ну, я не могу на эту хуйню смотреть. Что, ты как сказал? Покажется. Подожди. Слышишь? Спрашивают, Владя, с тобой можно познакомиться? Кто? Под... Подруга. Да. Да. У нее, знаете, размер сисек. Красава. Поэтому, блядь, пиздец, как сложно, я не могу. Я живу, знаешь, вот где я живу? Я живу, где, блядь, вся хата увешана вот этим. Короче, ой, завершая эфир, я тебе сейчас в личное сообщение позвоню. Давай. Давай.